You have never heard of King Otoka? That does not surprise me. His enemies have done everything to make people forget him. But you should know the story of King Otoka's luck and downfall. You should know how greed for more and more power can change a man. His story begins in the dark days when the Holy Roman Empire no longer had an emperor. The Mongols had just disappeared to the east, leaving only corpses and ruins behind. The empire broke up in a few kingdoms and counties that could not agree on anything. One of these kingdoms was Bohemia, which was ruled by Wenceslas. Wenceslas had enjoyed a lot of hunting and expensive tournaments in recent years. On the other hand, he asked his young son Otoka to rebuild the ruined Bohemia. On a glorious spring day, Otoka rode off to serve his country and fulfill his task. The sun shone on the young man's plate armor and he dreamed of a great future. Farmers and noblemen alike prayed that hopefully the hard years would soon be over. Some whispered, however, that no king or prince, but only a true emperor could restore peace and order to the Holy Roman Empire. Otoka was full of ambition. He would rebuild the country, help his people and make his father proud. Otoka was horrified at the extent of the destruction. The town was almost deserted and the Mongols had destroyed the great cathedral. He first ordered that the desolate homes should be repaired again, then craftsmen would return to the city and he could start building a new cathedral. He had to be careful though. Bandits and Kimin mercenaries still raided the villages. Приказание вашему слугам. Да, к оружию. Приказание сделаю. Да, господин. Здрав будь. Аз готовую. Правильно. Да. Лесоруб. Да. Атака! К вашим услугам я сделаю. Да, да, понятно. А сделаю. Да, понятно. А сделаю. Атака! Да. Приказание. Лесоруб. Ремонтница. Приказание. Понятно. Да, господин. Во имя Господне. Тотчас сделаю. К вашим услугам. Да. Да. К вашим услугам. Да.
лесоруб. Приказание. Зештите. Приказание, да, господин. Здрав будь, ремонтница. К вашему сделаю. Преклоняние. Ас собираюсь. Тотчас сделаю. Да, да, господин. Понятно. Ас сделаю. Приказание, да, господин. Понятно. Во имя Господне. К вашим услугам. Сделаю. Приказание, рудокоп. Приказание. Слугам. Да. Да. Ас готов. Приказание. Да, ас готова. Выждите, лица. Приказание. Ас делаю. Приказание. Да, понятно. Да. Тотчас сделаю. Ремонтница. Во имя, да, Господне. Да. К вашим услугам, да. К вашим услугам. Вас собираюсь. Приказание. Да, господин. Во имя Господь, вашим услугам. Оружию. Да, да. Делаю. Да. Приказание. В тот час делаю. Лесоруб. Да. Ас готовится. Да, понятно. Ас делаю. Вашему слугам. Приказание сделаю. Понятно. Да, господи, понятно. Здрав будь. Так.
Да, сделаю. Да, господин. Здравствуйте. Правильно. Это заня сделаю вашим услугам. Приказание, правда, тотчас сделаю. Да. Да, да, господин. Ас готов. Приказание. Приказание. Готова. Ремонтница. Ваша услуга. Во имя Господне. Да, собиратель. Приказание. Ваша услуга. Сделай. Приказание. Да, да. Сделай. Понятно? Да, господин. Сделай. Да. К вашим услугам. Во имя Господне. Приказание. Собирательница. Да, ремонтница. Здравствуйте. The times were tough, but King Wenceslaus was still tithing. These taxes helped the king organize an exquisite hunting party. Собирательница, зыждительница, зыждительница. Приказание, зыждительница. Приказание. Да, понятно, сделаю. Приказание. Ас готов. Здрав будь. Да, собирательница. Ас готова. Ваша услуга. Ас сделаю. Да, оружие. Приказание, господин. Здрав, собиратель. Собиратель. Приказание. Ремонтница. Да. Собирательница. К вашим услугам. Сделаю. Да, сейчас сделаю. Да. К вашим услугам. Приказание. Понятно.
Здрав будь. Тот час сделаю. Да. Правильно. Охотница. Аз готова. Приказание. Аз делаю. Зиждительница. 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 Да. Ремонтница. Да, господи. Приконятня. Да, понятно. Да, тот час сделаю. Рудокоп. Да, господин. Приказание сделаю. Приказание. Ремонтница. Да. Понятно. Приказание. Вашему слугу. Да, господин. Сделаю. Здравствуй. Приказание. Рудокоп. Аз готова. Ремонтница. Аз готов. Лесоруб. Сделаю. Да, господин. Понятно. А сделаю. Да, господин. Приказание. Аз готова. Правильно. Охотница. Здрав будь. Да. Аз делаю. Зиждите, зиждите. Да, ремонтница. К вашему слугу делаю. Да, господин. Аз готова. Да, да. Аз делаю. Да. Тот час правильно. Делаю. Приказание. Да, правильно. Тот час сделаю. А сделаю. Да, а сделаю. Вашему сделаю, господин. Здравствуйте. А
готова. Приказание. Вашему понятно. Атака! The merchants of the town were immensely grateful for the rebuilding of their hometown. In the end, Oscar's father's hunt did cost more than expected. He demanded an additional tax to cover the expenses. Приказание охотника. Здравствуй. Рудокоп. Да, ремонтница. Ас готова. Да. Здрав будь. Лесоруб. Приказание. Да. Зыждительница. Да, лесоруб. Здрав будь. Правильно. Ас готова. Ас делает. Охотница. Да. Зыждительница. Ас готов. Приказание. Лесоруб. Приказание. Лесоруб. Здравку. Здравку. Забирательница. Приказание. Да. Да. Правильно. Ас готова. Зыждите. Да, приказание. Да. Охотница. Здрав будь. Охотница. Ас готов. Охотник. Да. Зешки. Ас готова. Приказание. Ас делаю. Охотница. Ас готов. Ас готова. Зыждите. Зыждите. Приказание. Здрав будь. Тотчас сделаю. Зыждительница. 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 Правильно. Ас сделаю. Зыждительница. Да, да, тотчас сделаем. Ружью. Да. Зыждительница. Приказание. Да. Сейчас сделаю. Зыждительница. Ас готова. Зыждительница. Здрав будь. Здрав будь.
Выждите, Ас готов. Да. Охотница. Ас готова. Выждительница. Здрав будь. Выждительница. Приказание. Выждительница. Да. Здрав будь. Правильно, да. Охотник. Да, собиратель, приказание. Собиратель. Готова. Выждительница. Здрав путь. Тотчас сделаю. Здрав путь. Ас готов, охотник. Otto commended the influential Margarita of Austria. It was said that he wanted to give her a magnificent horse as a gift. But such a horse had to be found first. Заня, здесь собирать. Да. Приказание. Правильно. Охотница. Здрав, да? Охотник. Здрав, охотница. Да, да. Выждительница. Ас готов. Правильно. Лесоруб. Приказание. Ас готова. Охотница. Приказание. Выждительница. Да. Зештите. Здрав, зештите. Да, выждительница. Ас готова. Выждительница. Приказание. Выждительница. Ас готов. Зештите. Здрав будь. Выждительница. Приказание. А сделаю. Да. Выждительница. Здрав будь. Выждительница. Ас готов. Зештите. Ас готова. Рыбачка. Да. Тотчас сделаю. Делаю. Охотник. Здрав будь. Здрав будь. Выждительница. Выждительница. Ас готова. Приказание.
Вашим услугам. Да. Приказание вот сейчас сделаю. Да. Да. Зыждительница. Зыждительница. Здрав будь. Зыждительница. Приказание сделаю. Собираюсь. Аз готова. Лесоруб. Зыждительница. Thank you.
Приказание? Да, охотница. Приказание – охотница. Здравствуй. Зыждительница. Готово. Собиратель. Здрав, собиратель. Ас, собиратель. Приказание. Собиратель. Здрав, собиратель. Да. Собирательница. Понятно. Понятно. Господне, вас собираюсь. Готово. Да, тотчас сделаю. Правильно. А сделаю. Охотница. К вашим услугам. Собираюсь. Приказание сейчас сделаю. Понятно. Да. Собираюсь. Понятно. Здрав будь. Приказание. Сейчас сделаю. Зыждительница. Да. Зыждите. Зыждите. Здрав будь. Правильно. Готово. А сделаю. Ас готов. Зештите. Приказание. Зештительница. Приказание. Зештите. Зештите. Здравствуйте. Зештите.
During his travels through Bohemia, Otto learned of an interesting rumor. The lost imperial crown, symbol of the true emperor, was said to be hidden somewhere in a ruined church. He should follow his heart, find the church and seek under the altar. Вашим услугам тотчас сделаю. Ас собираюсь. Thank you.
наказание. Да. Понятно. Понятно. Приказание понятно. К вашему сделаю. Да, господин. Да. Зыждительница. Понятно. Аз готова. Зыждительница. Зыждительница. К вашим услугам. Аз делаю. Да, господин. Аз делаю. Понятно. Аз делаю. Понятно. Да, господин. Понятно. Да, господин. Приказание. Приказание. Здрав будь. Зыждительница. 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 Зыждительница.
Зиждительница. Ottokar approached the Hungarian border. He had to be careful. Hungary was not at war with Bohemia at the time, but scouts reported that the Hungarian king had gathered numerous knights to his court. Да. Зиждительница. Приказание сделано, да, господин. Да, приказание. Понятно. The queen was impressed by such a noble gift. She decided to support Ottokar's efforts and opened her treasure chest for him. Вот оружие!
Аз готова. Зиждительница. Да, тотчас сделаю. Я не доспорю. Собираюсь. К вашим услугам. Тотчас сделаю. Во имя Господне. Понятно. Ас, да, тотчас сделаю. Ас, собираюсь. Казанья.
приказание, зыждительница. Приказание. Да. Дас. Was the lost crown. Otope was amazed at such splendor. Would he himself once be the great emperor and wear the crown on his head? He could only dream about it at the moment. Да, господин. Слугам, а сделаю. Приказание собирательницы. Во имя Господа. Приказание. Да. Да. Лесоруб. One day a messenger appeared in the town of Young Otoki. The messenger was from the Bohemian nobility. The nobleman said that Otoka's father, the king, would ruin the land with his wastefulness. They whispered that Otoka would be a much better king. In his youthful recklessness, the young Otoka was persuaded to overthrow the king together with the nobles. The nobility gave Otoka enough gold to raise an army. They had to be careful. Otoka's father would soon learn about their treacherous plans. Приказание, да. Ас готов. Здравствуй. Здравствуй, да. Приказание.
понятно. К вашим услугам. Ас собираюсь. Да, тотчас сделаю. Клеменси's Laos was furious when he heard about his son's involvement in the rebellion. He sent his mighty army against his own son in order to stop his father. Otto had to attack his fortress in Prague. Thank you.
услуга. Оружие указания. Атака! Was victorious. Bohemia had a new king. After the capture of Prague, Otto was proclaimed king of Bohemia by his followers. His father was furious and wanted to defend his crown by all means. In the end, father and son agreed that they should both rule together. Wenceslas soon devoted himself entirely to hunting, leaving the government to his daring and crafty son. If you think that Otto was satisfied to be just king of Bohemia, then you were very wrong. He wanted so much more. Soon he should have an opportunity to show what he was capable of.